понимала, идти нужно туда, где еще не был, и только с теми, кто даст толчок к нужным моментам и вещам. Лидерские качества, управленческие навыки – вот главные мои вспомогатели. Это конкурс среди лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций Оренбургской области. Это площадка, на которой они могут показать свою организацию, свою деятельность, показать свои лучшие проекты, свои идеи, чем бы они еще хотели заниматься, и получить экспертную оценку жюри. Среди участников регионального этапа новичков нет. Здесь каждый доказал, что способен вести за собой команду и плодотворно работать. Например, Елена Ваулина занимается общественной деятельностью почти 10 лет. Сначала стала президентом школьной организации, затем возглавила детскую правовую палату области. Имеет награду «Золотая молодежь Оренбуржья» и много других почетных титулов. На конкурсе «Лидер 21 века» девушка уже во второй раз. Этот этап может быть и не последний, но точно один из самых сложных. Все мы друзья, и в работе мы коллеги, но здесь мы, к сожалению, конкуренты. Сегодня мы представляем визитные карточки свои, моя гражданская позиция. Я расскажу о том, чем я занималась, о том, чем я занимаюсь сейчас. Сейчас Елена Ваулина возглавляет студенческий совет педагогического университета. Как признаются преподаватели, до Лены никому не удавалось занять эту должность уже на первом курсе. Но за 4 года работы общественная жизнь университета вышла на новый уровень. Если есть лидер, то значит есть дело. Нет лидера – нет дела. Вот Лена – это лидер, который реально и тащит на себе не только организационную часть, но и вот какие-то рабочие моменты. Когда надо – творчески, когда надо – построит, когда надо – пинет, похвалит. Она все это умеет делать, виртуозно этим пользуется. У нас все идет с дружеского пинка Лены, нашего как бы… Ну, ее вот эта подача особенная, она вот просто помогает нам. Так, ребят, давайте сделали и поехали, все. Я вижу, как она работает, как она себя подает, какой пример в первую очередь она подает. И я считаю, что как раз и она должна представлять нашу область. В этом году одержать победу на региональном этапе лидера 21 века Елене не удалось. Но члены жюри отметили ее заслуги и подготовку в специальной номинации. И вместе с победителями она поедет представлять Оренбуржье на финал конкурса в Москву. Победители регионального этапа конкурса «Лидер 21 века» во всех номинациях будут рекомендованы к награждению значком «Золотая молодежь Оренбуржья». Наталья Богданова, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.